Распаковочка. Кнопка включения для чайника на 220 вольт. Купленная на Озоне за 250 рублей. Пружинка нормальная, адекватно отщелкивает. По форме то, что надо. Вот маркировка. Ставим на место. Вот он, подопечный чайник. Четко в паз. Теперь ее надо закрутить. Зафиксировали. Подкидываем контакты. Поджать надо один контакт. Сразу нужно поджать и другой. Так. Нет, второй нормальный. Саму кнопку стоять бояться. Thank you.
И еще один саморезик. Ага. Тут другой саморез нужен. В принципе, все. Проверим и можно пользоваться. Финальный тест. Подключаем чайничек, нажимаем на кнопочку, загорается питалово. Вот, до этого оно не горело. Чайник пошел кипеть. Миссия выполнена.